Всем еще полезно скрепить. Спасибо, ребят. Говорил, да, песенка «Собака», да? Сейчас она будет. А, собака так и сдохла, да. Пришло ее время. Ребят, на самом деле, вот спасибо, мы не первый раз приезжаем на подобный байк-слет именно под Одессу, зато, когда все знают Мотоновый год, здесь сейчас всегда Одесса выделяется душевностью, на самом деле, это в первую очередь, и сегодня, в принципе, тоже все так по-семейному. Спасибо вам за это, огромное, Одесса, спасибо. Пожарить бы нужно собачку. Собака. Yeah, man.